В Ханголасском Улусе в преддверии Дня работников пищевой промышленности, который ежегодно отмечается каждое третье воскресенье октября, наш корреспондент Виолетта Засимова ознакомилась с производством махсагаловского хлеба. Махсагаловский хлебозавод – одно из старейших предприятий Ханголасского района с многолетним опытом работы по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. 56 лет назад была выпечена первая партия хлеба в стенах хлебозавода. С того времени предприятие претерпело и взлеты, и падения. Но сейчас махсагаловский хлеб можно по праву назвать брендом. Продукция махсагаловского хлебозавода изготавливается вот на таких печах, кирпичных печах, которые установлены с самого основания пекарни. Поэтому продукция махсагаловского хлебозавода качеством, вкусовым и запахом напоминает детство. Белый хлеб высшего сорта, дарницкий ржаной, фитнес-хлеб, чесночный батон, различные булочные изделия в ассортименте, кроме того, кондитерские изделия. Вот неполный перечень продукции, выпускаемой этим предприятием. На махсагаловском заводе посменно трудится 30 работников. Действуют три цеха – хлебный, булочный и кондитерский. В день производится до 4000 буханок хлеба и булочных изделий. Кондитерский, или, как тут говорят, сладкий цех, ежедневно может выпускать до 200 килограммов продукции. Заведует им Октябрина Козлова. В хлебозаводе она с 1995 года начинала с помощника кондитера. Самостоятельно осваивала азы кондитерского дела и теперь обучает тонкостям выпечки новых работников завода. Тогда был махсагаловский хлебозавод и покровский хлебозавод. В принципе, конкурентов было мало. А сейчас, вот, конечно, сравнение очень сложно. Дело в том, что очень много мини-пекарен, очень много конкурентов. Несмотря на высокую конкуренцию, продукция завода востребована не только в Ханголасском Улусе, от поселка Верхний Бестях до села Техтюр, но и в городе Якутске. Заключены договора поставки с образовательными, медицинскими и социальными учреждениями. В ближайших планах расширение рынка сбыта с охватом пригородов Якутска. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Ханголасский Улус.